Let the carnage begin! Welcome! This is Up, Up, Down, Down, and I'm your host, Austin Creed. Нет. Вы сами поняли, что это не он. Привет, ребята, я вновь в эфире, а это значит, что настало время... У нас последователь, некто Валентинополс. Hello, hello, man. Так, на чем я остановился? Время вернуться в нашу жесткую червячную и время заняться самым мощным червячным мочиловым из всех тех, которые есть в нашей вселенной и не только в нашей. С момента выхода игры прошло уже больше недели, с момента моего предыдущего стрима прошло ровно неделя. С того момента произошли некоторые изменения в игре. Нам добавился один маленький режимчик, который планировался на двое суток, но теперь его продлили до понедельника. Да. Dude, I don't know on what language do you speak, but I prefer to make my shows on Russian. I think you will understand that I pretty much capable of doing shows on English, but to be honest with you, I'm not really comfortable in doing so. So, anyways, I'm really welcome you watch me right now. So, make yourself comfortable, drink some coffee. Yeah, you're from Peru, Peru, yeah. Guys, hello to Peru. I'm from Russia, Россия, Омск, Сибирь, you know? It's kind of... What it is? It's 11 p.m. of my time. Yeah. Yeah. Okay. Короче, продолжаем трансляцию на русском языке. Ребятам с Перу большой привет. Да. Итак, на чем я остановился? Я остановился на том, что вспоминал о том, что у нас есть новый маленький такой режимчик, он называется лаборатория, и в лаборатории... Ну, мы, в общем, сейчас разберемся, как он действует, этот режим. Давайте начнем, собственно говоря, нажмем на play и посмотрим, что у нас там новое появилось. How are you? What's your name? My name is Dart. Alru, you know? I'm a Sith Lord. A true one. Yeah. Немного шуток про Орден Ситхов. Фрэнко Валентино. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Я так подозреваю, что Streamlabs UBS в очередной раз не хочет ловить мне игру самостоятельно, поэтому мы будем пользоваться специальной такой компьютерной магией. Еее, пошла игра. Стоит ли нам нажать на любую кнопку, чтобы продолжить? Я думаю, что в очередной раз я нажму «Да». Нам пишут из Перу. Итак, новый режим, называется «Лаборатория». Рассветные пистолеты, режим «Последний червяк», карта трансформирующейся башни. На этой неделе в лаборатории каждый червяк получает ручную пушку с одним снарядом, который всегда убивает наповал. Воспользуйтесь им с умом. То есть, дорогие друзья, смысл режима такой. Мы играем в очередной «Последний червяк», то есть это, по сути, тот же самый Royal Rumble, который был у нас до этого, но единственная только разница заключается в том, что оружие у нас есть только одно, ну, за исключением биты, которая не очень сильно эффективна. Вот, оружие одно, это револьвер, стреляет он... I have to go to eat, I'm hungry, yeah. Have a nice meal, pal. Have a nice meal. Пожелали человеку приятного аппетита. Да. Револьвер с одним пистолетом. Патронов у нас нескончаемое количество. И если вы выполните свое задание, поиграете в этот режим, вам дадут маленький такой прикольный бонус. Вот такой вот, вот такую вот золотую кожу. Это маленький скинчик для червяка. Я в него, конечно, играть не буду. Но прикольно. Разработчики говорят нам о том, что подобного рода режимы будут
появляться регулярно, они будут каждую неделю. Еще раз хочу сказать, что лаборатория планировалась на 2 суток, на 48 часов, но потом вот сегодня как раз Team 17 объявили о том, что продляют лабораторию еще на 2 суток, и в итоге в понедельник все закончится. Так что будет время попробовать себя, и у вас будет тоже время попробовать себя. Соответственно, мой план таков: сегодня начнем с лаборатории, поиграем в лабораторию какое-то время, немножко, пару матчей, 2-3 матча, и потом я, наверное, приступлю к выполнению ежедневных заданий. Они достаточно, на мой взгляд, вот для меня, для как не самого опытного игрока, выполняются достаточно долго. Вот я уже, наверное, третьи сутки не могу набить 30 врагов из базуки, потому что базука мне банально не попадается. А тут появились еще и другие задания. Войдите в тройку лидеров в режиме бой насмерть, убейте 5 врагов из базуки, ни разу не погибнув. Тоже, в общем-то, челлендж такой себе. Выполнение подобных заданий, оно дает на самом деле ряд маленьких бонусов в виде разблокируемых всевозможных, в том числе кастомизации для, например, оружия или для самого червяка. Ну, например, не знаю, эмоции, рты, глаза. Ну, вот я показывал, кожа появилась, да, новая. Звуки, по-моему, не властили тоже. Выпадают знамена, выпадают вот эти вот ячейки статистики. Кстати, хочу обратить внимание, да, 230 убийств бейсбольной битой. Это ваш главный редактор, скажем так, спортивного портала stolenbase.ru играет. Поэтому, да, с бейсбольной битой он умеет управляться. Можете быть уверенными. Так, и плюс хотел показать оружие, какие можно за ежедневные задания разблокировать всякие разные прикольные скины. Вот, например, вот такой вот скин для плазменного ружья, психоделическое. Прям реально сводит с ума. Или, например, что еще я открывал себе? Ружбаечку. Где ружбаечка? Ружбаечка вот такая вот, скажем так, молниеносная. Конечно, молниями не стреляет, но выглядит прикольно. Так, ладно, давайте попробуем в лабораторию поиграть. Поищем мачно-рассветные пистолеты. Опять же, повторюсь, смысл примерно тот же, что и в Royal Rumble, что и в Королевской битве. Не обязательно убивать больше, главное продержаться подольше. Матч найден, кстати. Поэтому здесь не грешно, в общем-то, спрятаться в какой-нибудь... В какой-нибудь ход подземный, например. Вот там чемпионов представляют. Пистолет убивает сразу. То есть в 200 очков жизни. Да, пойдем на кровлю сразу. Там лучше всего спрятаться в вентиляцию и оттуда из вентиляции стрелять. Во всяком случае, в самом начале. Надо подождать, когда часть чуваков перемочит друг друга. Хотя есть риск, что кто-нибудь превентивно стрельнет в вентиляционную шахту, и все, меня завалят. Просто можно, конечно, битой кого-нибудь попытаться завалить, но тут 200 очков здоровья. Бита бьет как обычная, а вот пистолет убивает сразу. Сейчас разберемся. Идем сразу в вентиляцию, не будем рисковать. Вот уже кого-то убили. До свидания. Ну-ка. Не пошел, чувак. Ой-ой-ой. Ау-ау-ау. Теперь надо валить. Пока у меня перезагрузка, надо валить. Чувак не рискует там сверху. Пошел наверх. Кстати, надо уходить из этой зоны, потому что... Впервые в моей игре здесь. Ой-ой-ой. Уходим. Меня завалили. Понятно, да? Очень быстрый режим. Но в этот раз не удалось посидеть на стартовой площадке на крыше. Я думаю, мы проследим за тем, что происходит в игре сейчас. Вот, не удалось уйти с самого начала. Пошел газ.
на ту зону, где я стоял, и поэтому меня довольно быстро убили. Не повезло мне. Свой выстрел я не попал. Довольно много здесь патронов, они практически бесконечны, но есть время для перезарядки. Вот мы видим гражданин. Блин, не увидел я, как его зовут. Застрелил противника. Вот 9 человек уже остается. Winners front three. За ним бегут. Он прячется в ящичках, в контейнерах. Пытается обойти с другой стороны противника. Уже 7 остается. Я занял 13 место, это понятно. Понаблюдаем пока за остальными. Посмотрим, как Winners front three пересекает карту. Вот он, противник. Плохая идея битой бить. Битой ты тут ничего не сделаешь. Нужно стрелять. Нужно стрелять. Потому что выстрел он убивает сразу. Сменим противника. О, вот чувак сидит в вентиляционной шахте. Самый умный. Нитнеок. Так ведь его, наверное, зовут, да? Непонятно. Ну вот 6 осталось. Уже 5. Сейчас должно быть, да, увидел противника Winners front three в вентиляционной шахте и свалил по-бырому. Вот еще один. Гутьяви. Все в ожидательной позиции находятся. Все находятся в ожидательной позиции. О, застрелил. Nuclear Boy застрелил противника. Осталось 3. Я, видимо, пропустил еще одно убийство. Топ-3. Один в вентиляции. Один выбивает битой. Переборки всякие. Уходит в дальнюю часть комнаты. На плазу уходит. Гутьеви сидит в лобби. Над лифтом. Ну-ка. Ребята, пора стреляться. Зона блокируется. Вот чуваки очень близко друг от друга находятся. Буквально. О, да. Это было не самое удачное решение. МО-25А. Остается. И Гутьеви. Но Гутьеви нужно уходить отсюда. Потому что газ начинает заполнять зону. Хотя, может быть, он на самом деле находится в безопасном месте. И ядовитый газ его не достает. Но я сейчас думаю, никто не будет двигаться ровно до тех пор, пока не истечет счетчик. И газами начнет заполняться склад. Кто сделает первый ход? Ну, нужно уходить. МО-25. Гутье ждет. МО-25 приходится уходить. Да, но здесь вот есть еще одна вентиляционная шахта. Можно спуститься вниз. Так можно не дождаться, в принципе, своего противника. У МО-25А, кстати, 58 матчей на счету. То есть, в общем-то, не сказать, чтобы новичок. Новичок. Уже какой-то старичок. Да, пошел Гутье в другую зону. Здесь никого нет. Активирован робот. Не, я думаю, они будут сидеть до последнего сейчас, пока не заставит судьба их перемещаться по карте. Все это на противоположной частях подстанции. Никто не хочет прыгать. Готье рискует. Готье рискует. Ну-ка. Вылез на пулю, короче. Поймал маслину в голову. В итоге МО-25А чемпион этого поединка. Поздравляем победителя. 2 убийства, 330 очков. В общем, тот, кто пересидел. А человек, который с 7 убийствами в итоге занял всего лишь 3 место. А я занял всего лишь 13. Вот дают мне, кстати, очень хорошее количество опыта теперь. Внесли некоторые изменения ребята из Team 17 в начисляемые очки опыта. Теперь быстрее будет и опыт игрока набираться, и, соответственно, быстрее будет набираться опыт для оружия. То есть свои ачивки теперь игроки могут получить гораздо быстрее. Подождем следующую игру. Очень быстро матч находится. И это большой успех, на самом деле. Я должен сказать, что, судя по тем статистическим данным, которые Team 17 дали
по итогам первой недели они обнадеживают, и они говорят о том, что, в общем-то, игра... Ну, я не скажу, что это прям вообще успех-успех, но 1.5 миллиона почти человек поиграло. В червяков на первой неделе. Вот, блин, я упустил место, куда нужно спрятаться, поэтому... Окажусь я в ситуации не совсем, наверное, комфортной для себя. Дебютируем в парке. Надо будет куда-то сразу уходить. Потому что в противном случае матч будет очень быстрым, скорее всего. Можно на мост уйти. Ну ладно, давайте в парке. Ушли в подземку. До свидания. Вот и первое убийство. Вот и второе убийство. Вот и третье убийство. Очень быстро. Теперь надо сваливать. Блин. Уходим. Вот так вот, не мудрствуя лукаво. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не попал. Хотел сказать, не мудрствуя лукаво, завалил я троих человек. Просто на ровном месте. Я вот не уверен, что хорошая идея. Ай-яй-яй. Прострелил мне какой-то чувак попку. Какой-то Ромка. Зря я ушел. Кстати, сейчас его завалили, видимо, нет. Рома 2.26.06. Ух ты, выше головы. 10-е место у меня. Будем досматривать или не будем? Не, ну интересно. Чувак сидел в лифте. Слушайте, Рома перехитрил. Убегал, сел в лифт и снизу прям в попец ему долбанул. Не, хороший матч. 3 убийства. Довольно быстро. Вот уже 5 человек. Буквально сколько минут идет эта игра? Какое-то прям реально смешное время. Может быть, пара минут, и вот у вас уже победитель практически определился. 5 человек осталось. Следим за Ромой, он перспективный. Тусит в офисе. Среди компов и кофеварок. Кстати, между прочим, говорят о том, что эта карта... О, кстати, сейчас может быть еще одно убийство. А мог бы стрельнуть? Вот, не попал. Мог стрельнуть прямо из вентиляционной шахты и попал бы наверняка. А вот так промахнулся, здесь его ждут уже. Здесь его ждут. Приходится уходить наверх. Ой-ой-ой, промах. One shot, one kill, 0-4. Ну-ка. Блестящее попадание. Чувак, красавец вообще. Да, ну, в неприятной ситуации оказался. Надо сваливать из опасной зоны, она заполняется газом. Далековато падать, пуп башкой ударился. Это больно. Куда ж ты лезешь? Чувачела, назад. Нет, я понимаю, что в принципе битой тебя не забить, скорее всего, но зачем же так играть? Шми против Лор SJH. 2 чувака очень близко находятся, Шми рискует. Вот тот, кто выбирается первым из укрытия, тот рискует получить по жбану. У Шми один. Убитый. Вот, Лор обошел его сзади. Вот он обошел меня по количеству убийств. Короче говоря, 2 осталось. Идут они друг к другу. Лор и ваншот. Стрелять, главное, не надо. Вот он сейчас выстрелил в контейнер. Пока шла у него перезарядка. Надо было Лору добивать. Лор почему-то упустил этот момент. Ваншот ищет противника. Лор сидит. Ваншот ищет противника. Лор сидит. Пытается двигаться. Двигается туда-сюда, в общем-то. Наверное, больше играется с противником. Противник не знает, где Лор. Сейчас будут выжидать. Сейчас, в конце концов, газ пойдет. Придется уходить оттуда. Лор в лучшем положении. Банально, потому что у ваншота... Меньше очков здоровья, даже не так скажем, меньше очков щита, ну, соответственно, и здоровье тоже.
Три секунды. Зачем он стреляет? Кто стреляет? Вот лор уже ушел из опасной зоны. Ваншот. Подставится сейчас. Сейчас подставится. Нет, ушел в подземку. Грамотно сыграл. Лор тоже ушел назад. Но ему деваться некуда. Оба на подстанции. Там, где начал я. Ох, выстрел. Кто промазал? Я уверен, что был выстрел сейчас только что. Все началось там, где началось у меня. Заканчивается. Но... Косые выстрелы. Косые выстрелы. Кто же кого завалит? Ваншот. Лор. Близкий. Близкий разгон. Ну-ка. Мимо. С такой дуэлью Пушкин точно бы выжил. На самом деле. Воу, лор попал, молодец. Лор долго выцеливал. Долго выцеливал противника и в итоге попал. Попал в Жбанену. Заслуженно выиграл. 5 минут 20 секунд. Я выжил минуту, убил троих. Давайте 5 матчей проведем, и потом пойдем выполнять задание. Мне нравится этот режим, он прикольный. Ну, мне кажется, может быть, каких-нибудь призов надо было побольше, скорее всего. Я так почему-то думаю. Ну, просто, чтобы не один какой-то скин был золотой, а там, может быть, на оружие что-нибудь или что-нибудь еще. Но я так понимаю, что, в общем-то, лаборатория сегодня, на сегодняшний день, такой тестовый режим. Team 17 закидывает удочку, хочет посмотреть, как отреагирует на этот режим игроки, ну, я так понимаю, раз режим продлили еще на 2 дня, и вместо 2 суток сделали 4 суток, 4 дня, правильно так будет сказать, 4 суток, вот, раз продлили, то, соответственно, наверное, популярностью пользуются рассветные пистолеты. Может быть, люди очень так хорошо попросили разработчиков продлить режим, чтобы все успели поиграть. Ну, потому что, правда, четверг-пятница — это не самые удобные дни. Люди работают. Не всегда, бывает, успевают. В конце концов, для кого-то этот режим мог выйти достаточно поздно. И, может быть, не все успеют насладиться. Как раз выходные, они только начинаются сейчас. Поэтому, как бы, было логично до понедельника все продлить. Хорошее, правильное решение. Матч номер 3 из 5. Да, действительно, давайте проведем 5 матчей и потом закончим. Представляет нас чемпионом. Эх, плазу заняли. Подстанция, автостоянка. Давайте на автостоянку пойдем и там спрячемся где-нибудь. Попробуем несколько разных вариантов. Посмотрим, насколько будет удачным выбор позиции. Насколько точны будут мои выстрелы, насколько долго я продержусь. Ну, понятно, что тут ящики нарисованы, но на самом деле никаких ящиков здесь нет. Просто стиль рисунка. Йоу, вот самое плохое место, которое можно было нарисовать, мне нарисовали. Но, во всяком случае, я могу спрятаться в вентиляшке. Ну, знаешь, что я здесь...18 человек осталось. Я думаю, что пока торопиться не надо. Там по внешней стены пошли. Ах, не попал я. 13 человек. Я не вижу смысла сейчас уходить. Это был неудачный выстрел со стороны моего противника. Он думает, что я вверху, но я внизу. Но у меня были моменты, когда у нас были одновременные убийства. Я думаю, что надо немножко пройти вот сюда и спрятаться здесь. В этой вентиляшке меня ничего не торопит.
В любом случае можно за машинами спрятаться. Я не знаю, я слышу, что противник где-то сверху. Я даже знаю, где примерно. Какую зону закрывают? Где-то поблизости. В общем, я шестой. Ага. Ната крак. Пусть думает, что меня нет. Закрывается зона. Нет поблизости. Что-то сверху. Четверо осталось. Давайте подождем. Пусть я попаду в тройку. Вот я в тройке. Давайте подождем, когда убьет кто-нибудь кого-нибудь еще. Ну, собственно, примерно так я выиграл в прошлый раз. Ну, хотя нет, в прошлый раз я убил четверых, как мне кажется. Да, я убил четверых. Но, по сути, выиграл с третьей попытки. Вот и двое. Отлично, 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 отлично. Где может быть противник? Где-то близко. Локдаун зоны. Я знаю, что он здесь. О, ахия! Давай, иди сюда. Кстати, у меня кто-то снял половину. Ну-ка, Оли кактус. А, не попал. Это было опасно. Есть! One shot, one win. Не, ну конечно, это несправедливо, наверное, с моей стороны так торчать и прятаться весь матч. В итоге, собственно, занять первое место исключительно одним попаданием. Но заметьте, как я в него четко попал-то. Вот считайте, пятый матч в карьере. В лаборатории первая, вторая победа, черт возьми, почему первая, да? Первая была вчера. Ну, то есть, выиграть здесь, наверное, по сравнению со всеми остальными режимами проще всего. И почему я сказал только что, что это был пятый матч, вторая победа? Шестой матч, получается. Сейчас будет четвертая игра только за сегодня. Ну, вы поняли, короче говоря. Выиграть здесь проще всего. Просто надо постоять и дождаться. В последний червяк, наверное, сложнее выигрывать. Там у меня три победы есть, но матчей гораздо больше было сыграно. Но там реально сложно. Потому что, в отличие от рассветных пистолетов, у тебя вот все вооружение, которое есть в наличии в этой игре, оно все доступно и все может попасть тебе в руки. И тут одна маленькая ошибка и все. Очень-очень быстро может закончиться. И это особенно обидно бывает. Именно в последнем человеке. Ну, а Deathmatch — это Deathmatch. Наверное, все-таки, как мне кажется, Deathmatch выглядит сложнее всего. Просто банально, потому что кто-то может оказаться расторопнее и просто лучше, чем ты. Мастеровитее, чем ты. 28 игроков у нас в противниках. Ну, кровлю уже заняли, плазу заняли, мост заняли, все заняли, парк, подстанция, лобби, давайте в лобби пойдем. Может быть, этот матч будет короткий, на самом деле, я не знаю. Склад, плаза, лобби, подстанция, офис, комната отдыха, реактор, кровля, мост, парк, автостоянка, вот они все зоны, которые есть. А, еще есть башня. У меня из-за чатика башни не видно, поэтому... Я ее не заметил изначально. Вот сейчас будет месиво, потому что тут прятаться вообще негде. God damn it. Ага.
На тебе. Чувачела. Лифт, спрячемся. Вот ты меня видела, вот и нет. Тут кого-то завалил. Вот я уже топ-16. Мы не будем торопиться. Там люди стреляют друг в друга. Goddammit. Шутер Макгеймин. Да вы надоели меня бить битой. Уходим отсюда. Удивительные люди пытаются битой забить. А чё мы не едем на лифте? О, чёрт. У меня аж дыхание перехватило. Полезли наверх. Забьем окно. А, щит. Давай. А. Блин. Седьмое место. Ну, не самая удачная попытка была у меня. Попасть в противника. Какой-то Сорбо Нудлс. Молодец, Сорбо Нудлс. Я буду за тебя болеть. Слушайте, 4 убийства у него уже. Молодец какой, а. TTV. Может быть, он тоже стример? Fellow стример. 5 человек остается. Уходит на стоянку, ищет противника. Перезагружается. Ну, с такой бородой иметь такой голос. Прям как-то странно. Ходит, стреляет по всем. По всем укрытиям. Опасается, что здесь может кто-то сидеть в вентиляшке. Куда ж ты полез? Зачем ты это делаешь? Не, ну понятно, что ему особо ничего не угрожает в этом смысле. Как бы жизни позволяют идти через ядовитые облака. А где противники? Вот он. Очень близко. Ну-ка, Сорбо Нудлс. Он превентивно стреляет в вытяжке. Не попал. А ты зачем уходишь? А вот ты зачем ушел? Ай-яй-яй. У него был шанс. Вот этого мистер Оголев. Был шанс у него застрелить противника. Вот здесь надо атаковать. Вот здесь надо атаковать. Потому что перезарядка еще не произошла. Вот, Лукас 1 с Родриго. Воу. А тот чувак досиделся в вентиляционной шахте. Его доктор Дью-28 завалил. Безропотно. Ох, промах, еще промах. А третий чувак там где-то на крыше бегает. Да, он ждет. Он в ящичке ждет. Ну не Final Two, не надо обманывать народ. Нудлс пошел наверх, промазал. Выстрел снова мимо. Какая дуэль интересная, снова мимо. Ай-яй-яй. Вот не ждет он не ждет здесь никого. Промазал. Доктор Дью не знает, где противник. А вот он. Блестяще. Лукас Родриго, я тебе аплодирую. Красавец. Просто красавец. Пока эти двое на втором и третьем месте пытались задушить друг друга, нанося массу урона, чувак просто досидел, дождался своего часа и выиграл. Почетный трофей. Прекрасно все, молодец. Так, давайте посмотрим свою статистику. 100 очков за матч, 150 за убийство, урон 66 экспишки, позиция 7, ну и все дела такие. Пистолетик у меня теперь 7 уровня. 7 уровня револьвер. О, фу, сердечная пушка для девчачьих этих утех. Назовем их так. Тигровая ручная пушка, это для охоты в джунглях, видимо. Поехали, последний матч в лаборатории. И потом уходим на десматч.
Его называется «Бой на смерть». Ну да. Перевод отличный был. Перевод был отличный. Четкий, точный, сочный. А, кстати, не знаю, говорил я об этом или нет в начале стрима. Team 17 уже обещали выпустить на следующей неделе, во-первых, новый вот такой вот временный режим. Это раз. Новую карту 17 числа нам завезут в порту. В доках это два. И будет всякие разные, во-первых, эмоции разблокирующиеся или бесплатные, не знаю, будут всякие разные костюмчики и скины для вооружения. В общем, Team 17 работает. Team 17 работает, работает усердно. Делает эту игру лучше, качественнее. Пытается забороть баги всякие. Подвозит контент. В общем, не бросает на произвол судьбы. Ну, три карты, конечно, наверное, могут очень быстро надоесть игрокам. И надо как-то поддерживать интерес. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы карт было значительно больше. Чтобы было какое-то разнообразие. Но я верю в Team 17. Люди собаку съели на этих играх. Про червяков. Я пошел прятаться. Меня здесь нет. Сейчас обязательно кто-нибудь полезет наверх. Количество людей сразу резко уменьшается. Вот уже 23. Я никуда не спешу. Хотя, конечно, кто-нибудь может превентивно стрельнуть. Давай. Флаг не. Извините за грубые выражения. Меня застрелили. Не вижу смысла продолжать смотреть этот матч. Но зато, во-первых, я разблокировал эмоции, во-вторых, я разблокировал еще что-то. Что я разблокировал? Последний матч оказался очень быстрым. Но я сам допустил ошибку, я не попал в человека, он не знал, что я там есть. А он потом дождался и выстрелил меня. Я свой шанс спустил. Так, что я открыл? Так, вот это я видел. Видимо, что-то с червяком. Новая эмоция за 400 очков. Это какой-то типа поклон. Ну, робот-то я понимаю. Но это, видимо, поклон какой-то. 2400. Давайте купим. Не, ставить не обязательно, но пусть будет. Пусть будет. Так, что-то со знаменем. Название новое. Пижон. Салага. Мне не нравится ни одно из них. Честно говоря. Поэтому новый испытуемый так и останется. Тем более новый испытуемый редкий. А этот какой-то обычный. Так, что еще есть? Меткий глаз, ветеран, везунчик, элитный, специалист-подрывник, просто специалист, темная лошадка, легенда. Все остальное открывается через выполнение заданий ежедневных, насколько я понимаю. Убийство из дробовика, 66. Ну, я не знаю, такую стату не буду ставить. С ней, честно говоря, стыдно выходить на поле. На игровое. Поехали в десматч играть. Теперь будем выполнять, пытаться задание. Мне надо в первую очередь попасть в тройку лидеров 5 раз. Не самая простая вещь. Хотя, конечно, могли бы дать вообще задание на то, чтобы я выигрывал подряд несколько раз, например, какие-нибудь матчи. Не знаю, есть такое задание или нет, но я бы никогда его не выполнил, честно говоря. А, окей. 5 троек, 5 раз из базуки не погибнув, тоже жесткое какое-то задание. И еще мне надо 14 человек из базуки убить. Блин. Хотя про каких человек я говорю? Червей. Все правильно. Сейчас наверняка будет разминочная такая встреча. Ух ты, звезда XKR. Чувак в шлеме и в хоккейной маске. Надо же. Вот и ящичек. Спасибо, автомат, гранаты. До свидания. Теперь можно спрятаться в вентиляционной шахте и немножко подлечиться. Опыт не продолбаешь, ребята. Так, где противник?
Ай-яй-яй. Не самая классная идея, конечно, было бежать на меня сейчас через шахту. Тем более я точно знал, что он там есть, этот чувак. Вот из ружбайки мочится. Нате вам гранату. На тебе битой. Да, но это было предсказуемо. С двух сторон меня собаки окружили, и тут, да, шансов не было, наверное, никаких. Ну, 4 убийства уже, это нормально. Ой-ой-ой, вот это была плохая идея. Пусть они там друг друга валят. Отлично, ну теперь можно выбежать. Вот нельзя. Нет, вот сейчас надо свалить. Ох ты, попал хорошо в меня. Не люблю оружие. Я, во-первых, им не очень хорошо умею играть. Во-первых. Во-вторых. Против меня ими играют как-то здорово. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. И в итоге меня кто-то из ружья завалил, надо же. Да, время говорить пока. Дайте мне ящик, пожалуйста, кто-нибудь. Ящик, ящик. Здесь никого нет? Или есть? Нет, здесь никого нет, можно спрятаться. Там самая миссия где-то внизу идет, я уже 11-й. Блин. Иногда меня, конечно, раздражают такие ситуации, когда я... Вроде ты кого-то целишься и метишься, а попасть не можешь, потому что непонятно. Они куда-то зашли тебе за спину. Так, где кто? Я вижу, что тут есть какие-то чуваки. Ага. Фиг-то там. Ракетный ранец. Надо улететь отсюда. У меня хотя бы автомат есть. Отдыхай. Где противник? Не вижу противника. Давайте в кабину засядем у ракеты. Вау! Ракета совсем улетела, слушайте. А у меня двигатель ракетный кончился. Да, этот батут не был для меня счастливым. 5 убийств, 13 место. О, ящик, 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 ящик. Кого-то нещадно я попал святой гранатой. Одежду дарит всем котам седой паромщик. Сильвупле. Ага. Let's go, guys. Ну, кто хочет попасть? У меня закончились патроны. А я мог же отбить. А мог же отбить битой. Зачем я прыгнул? Оу, е. Ну хотя бы я подлечился, уже хорошо. Где-то поблизости стреляется кто-то. Кого-то я убил.
Надо подлечиться. По-моему, я кого-то убил даже. Может быть, даже двоих. Надо полечиться. Это шанс, ребят. Шанс, ребята, выполнить достойно свое задание. Куда ты побежал? Обидно, досадно. А теперь надо самому слинять немножечко. Жалко, у меня нет ничего из того, чем можно было бы подлечиться. Ох, подставился я. Короче говоря, выполнить задание с первого раза не удалось. Мой чуряк говорит о том, что он станет чьим-то концом. Это бессмысленное заявление. По-моему, я кого-то убил сейчас. Пошло жесткое мочилово. Ах. Где все? Я думаю, что можно, в принципе, сверху встать и валить всех сейчас. Воу, вот это да. Сзади меня убил, сволочь. Короче, ну вот пятое место, это будет, конечно, мой потолок сейчас. Шестое. Для разминочного раунда не так уж и плохо, честно говоря. При том, что, конечно, дичь какая-то творилась. Ну, здесь 26, 23, 20. В общем-то, я сильно отстал от первой тройки. Ну, я не сильно концентрировался, прямо скажем. Но шестое место, в принципе, тоже неплохо. Хотя до 2000 урона я не добрался. 14 убийств, 9 смертей. Kill-death ratio не очень хороший, на самом деле. Соотношение убийств и смертей, наверное. Ну, в общем-то, я и не скрывал, что я не топовый игрок. Кстати, хотел я хороший скин показать, звездный. Видели, да? Это вот такие автоматики у меня есть. Да, ну, по-моему, в одном задании я должен был продвинуться чуть-чуть вперед. Сейчас мы увидим. Ну, а 3 убийства. Итого у меня остается 11 из базуки. 11 базучных. Продолжаем. Продолжаем разговор. Продолжаем двигаться к выполнению заданий. Да, блин. Еще двое. Мог я выполнить задание номер 2, которое у меня в списке стоит. В очередной раз я должен похвалить игру за быстрый поиск игроков. Понятное дело, что наибольшая аудитория все-таки играет на PlayStation. Игроков из Steam не такое большое количество, как хотелось бы. Но, тем не менее, мультиплеер здесь классный. Мультиплатформа поддерживается превосходно. Я лично лагов никаких не вижу. У меня все работает замечательно, скажем так. Паразит Бургер, XL какой-то там, Фанни кто-то там и Джамберс 07 — это наши основные главные противники на спортивной карте. Мне дают ружье с самого начала. Противник убежал. Ушел. Отбил я. Да, но здесь мне немножко не повезло. Ну хотя бы я пережил выстрел святой гранаты,
Что мне достается? Мне достается Holy Hand Grenade. До свидания. Оу. Молодец. Единственное, что мне не нравится в лазерной пушке, это то, что ее нужно как-то очень долго перезаряжать. Потому что чувака... У чувака был автомат. Саборм. А, можно отбить. В принципе, эту фигню тоже можно отбить, надо же. Окей. Убийство номер два. Зачем я туда полез? Сейчас у меня убийство украдут. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. С ружбаечкой-то куда-то полез. Так, забил двоих бейсбольной битой. Бейсбольная бита — это топ. Надо подлечиться. Или пострелять вот сюда. Нравится мне, что такой большой заряд необходимо делать. Не всегда попадаю я. Вот это было хорошо и четко. И вот это было вообще блестяще. Слушайте. Крайне неожиданное попадание. Ух ты, ничего себе. Это что за голос такой? По-моему, пора ловить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Короче, допрыгался я. Так, у нас здесь открылся портал. Сейчас начнутся ящики появляться. Воу. Я был близок к тому, чтобы выбить чуваком хоумран очередной. А он спускается вниз. У меня всего лишь ружбаечка. Ружбаечка. Как они все отлично так встали, а? Мог я. Ах ты, не сработало. Обидно-то как. Очень обидно. Очень обидно. Почему меня поезд не подобрал? Это здесь чуваки. Не, мы не будем связываться. Хотя можно гранату ему кинуть. Можно вот так сыграть. В принципе, почему бы нет. Так, пробегая в районе толчка. Замочить какого-нибудь дурачка. Отлично. Не лучше, конечно, скажем так. Мордобой получился. Чуть меня не застрелили. Но в итоге все закончилось хорошо. Но убийств надо побольше в оставшееся время. О, ящик, ящик, ящик. Сваливаем.
Ух ты, нифига себе, вот это да. Вот это серия. Вот это серия так серия. 5 человек за раз. По сути, ну не совсем. Прям не совсем, прям совсем за раз. Ах, убежал, зараза. Убежал, зараза. Давай, давай. Так, базуку давай. Мне прям срочно нужна базука. Есть. Есть. По-моему, там кого-то убили. Сколько я завалил чуваков сейчас пока ракетницы своей. Что-то там вообще жесткое происходит, ребята. Блин, у меня закончилось. Куда ты? Парниша, сильнупля. Сильнупля, чувак. Мне нужны жертвы новые. Есть. 17 секунд. Зачем? 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 Зачем я сбросил? Я ничего не успею сделать. Ну блин, но это было близко. Опять 6-е место. По-хорошему-то, в принципе, не самый плохой результат, но блин, я был близок. Я был близок к тому, чтобы выполнить задание свое. Это прям вообще обидно. Печаль, беда. 15-6 счет мой в этом матче. Вот тут какой-то паразит бургер, которого показывали как чемпион перед началом игры. Вот у него 24 убийства, 1 смерть. Классно сыграл. 695 очков опыта я заработал. Очередные дежурные 4 убийства битый. Плазменное ружье 1 килл. 2 элиминирования при помощи штурмовой винтовки. Штурмовая перешла на 8 уровень, отлично. Ох ты, ёлы-палы. Цветочная и полосатая. Ну, полосатая, наверное, больше подходит для автомата. Цветочная опять-то девчачья какая-то. Ну, ручная пушка здесь была бесполезна. Очередные 3 убийства базукой. Я немножко по-другому посчитал все-таки, наверное. Я думал, 4 было. Но на самом деле 3. Окей. Продолжаем. Близко к выполнению каждого из 3 заданий я был в каком-то смысле, но надо. И, в общем-то, ой, простите, играть повнимательней и базукой повнимательнее работать. Бывает, отвлечешься, и все, результат плачевный сразу. Ну, я и не предполагал, что базукой будет очень легко и здорово играть. Опять же, она попадается довольно редко. Куча игроков первого уровня. Но есть у нас и опытные ребята с 21-м. Мы снова примерно начинаем в том же месте, где и в прошлый раз. У меня опять только одно ружье. Это первое убийство. First Blood, блин. Чуваки, let's go. Вот тут надо уйти. Уйти, уйди, уйти, уйти в другую сторону. Зачем нам лишний раз подставляться? Два.
три. Как вы все вылезли-то, а? Отвалите. Ах ты, не успел я. Надо было энергетика попить. Начало впечатляющее. Куда ты? Родное сердце. Стой. Номер пять. Сейчас к шапошному разбору. Всех битый. Всем биты насовать. Ах ты, гад. Казался точнее. А ты убежал, нет? Убежал, наверное. Пошли в бургерную. Ха-ха-ха. Дальнее попадание какое великолепное было, а? Прям просто мастерски застрелил чувачелу. Вот и автоматы. Зачем мне ружье? Норм, норм, норм. Зашибись все. Так, у меня есть на чем полетать. Куда ты? Классно, попал. А я классно не попал. О, магазин с бананами. Интересно, там продаются банановые бомбы? А где тот чувак, который на меня бежал только что? Я хочу ему отомстить. Оу. Ладно. Тут много чего валяется, интересно. Патрончики. Пробегаем магазин аркад. Пошли вниз. Опа! Банановые бомбы. Сильвупле. Просто неэффективное использование банановых бомб. Какое в пень фаталити. Чувак, ты опух, что ли? Вот я упал. О, сзади. Тащили мне. Нежданно, негаданно. Я все еще второй. Вы меня обязательно обгонят, если я буду так играть. Нехорошо. Начало было, как всегда, перспективное. Продолжение не очень. Ой, вот это было здорово. Прям просто... Вот где фаталити на самом деле было настоящее. Прям просто серия великолепных ударов. Даже делать ничего не надо. Вот здесь мне немножко не повезло. Чувак ушел вниз. Сверху кто-то спрыгнул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ящик, ящик, ящик. Шо? Мазуки? Базуки-зуки, это, конечно, круто. Но я никого не убил. Чувак, куда ты, куда ты, куда ты, куда ты? Куда ты, куда ты? Что-то меня далеко дико как-то укатывает. Я попасть не могу. Блин, понаставили тут пушек. Надо вверх идти. Там, помимо всего прочего, есть еще вот эта вот фигня. Чего ж я так не попадаю-то? О-о-о, надо было пару гранат бросить. Спасибо. Склад оружия.
вам. Где этот черт прячется? Спасибо. А вот это надо было бросить гранату в святую. Ага. Что ж ты такой нерасторопный? Так, ракета у нас не улетела. Надо запрыгнуть повыше, если я смогу, конечно. На свидули. Кто-то уже утащил. Ага, давай, иди сюда. Иди сюда. Let's go. Come on. Ага. Убежал. Почти. Его бита в этом смысле оказалась немножко помощнее. 26 секунд. Четвертое место. Есть еще шанс зацепиться за тройку. В ситуации, когда начало было неплохое, а дальше как-то не пошло. В принципе, противники все играют. Не сказать, чтобы очень здорово. Мне нужна банановая граната. Давай, 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 давай. Не получилось. Да, мне говорят, что всегда есть следующий раз, но на самом деле с 13 убийствами на что-то очень сложно рассчитывать, тем более, что третье место заняло 17 убийствами свою самую эту бронзу. Короче, не самый удачный матч, хотя начало было перспективное, повторюсь. Но мы планомерно движемся прокачки нашего оружия. Очередные дежурные 6 убийств битой. Они все дежурные на самом деле. Я повторяю это из раза в раз. На самом деле ничего же не меняется. Да, вот базука, конечно, это был фейл. И ракетный щит, в общем-то, вот самая, наверное, бесполезная фигня — это ракетный щит. Wait a minute, получен запрос в друзья. Это кто меня в друзья пытается добавить? Ну-ка, чатик я сверну. Бруя 304. Потом, может быть, добавлю. Может быть, это кто-то из людей, которые смотрят меня на Твиче сейчас? Так, музычка немножко заглохло, потому что я вышел за территорию игры. Я потом добавлю. Чувак, если это ты написал, то я тебя потом добавлю. Это было неожиданно. Прикольно. Какие всякие звуки разные тут раздаются. И прям неожиданно. Окей. Нашли мы матч очередной. Снова идем на стадион. Эти всемирно известные червячные соревнования. Обратите внимание, как... Я, наверное, вспомню еще раз. Об этом я говорил в прошлом. На прошлом стриме. Насколько великолепно... развита цивилизация червяков. Плазменные пушки есть, дробовики есть, и ракеты они в космос запускают, и стадион у них тоже есть, блин. Отвали. Это было блестяще, наверное. Таки замолил, таки завалил.
Берем две гранатки. Кинем их. А вниз? Алло. Алло. Ну надо же. Пользуемся птичкой. Попал, не попал. Как он ушел? А вот здесь не ушел. Ё-моё. Чуваки, ну это подарок судьбы. Это подарок судьбы. Мне просто нравится очень сильно это оружие. Молотоглав это блест... Это прекрасно. У нас еще святая ручная граната. Давайте воспользуемся аптечкой. Да, базуки у меня только один выстрел. Давайте, ладно, молотоглавом поиграем. Я его продолжаю называть молотоглавом. Так, здесь никого нет. У меня есть святая граната одна штука. Ей обязательно надо воспользоваться, прежде чем я куда-нибудь отвалю. А чё я, блин, тут пытаюсь через стены лезть, когда у меня есть... ракетный двигатель. Уехал на лифте. Или вернее, правильно сказать, будет на лифте. Где противник? Я вот его вижу, но не могу распознать. Кончились патроны. Вот это да. Внезапно просто. Внезапно кончились патроны. Вот прям реально внезапно. Ты слышь? Мышь. До свидания. Надо немножко слинять. Go home, янки. Почему я не попадаю? Куда ты? Милый мой. Милый мой, твоя улыбка меня ранит, обжигает. Мне нужно оружие. Ради оружия я не погнушаюсь убить кого-нибудь при помощи бейсбольной биты. Он бежал. Ёлы-палы. Ну почему меня все время пытаются с нескольких сторон окружить всякие недобросовестные граждане? У меня как раз на зло оружие кончилось. Пойдемте на крышу. Крышу спортивного комплекса. Где-то внизу люди стреляют. Я так не играю. Это моя прерогатива бить людей битой по жбану. Что мне дают? Мне дают банановую гранату. Есть. Нужно наверх. Срочно наверх. Синее море, только море за кормой. Та-да-да-т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 а. Не повезло. Мы будем считать это невезением. Не отсутствием какого-то. Умри, умри.
О, вот это было четко. Вот это было четко. Где-то снизу там кто-то. Опа! Блестяще, слушайте, ну это вообще просто топ убийства. Отдайте мне эту штучку. У меня 12 выстрелов есть. Надо где-нибудь кого-нибудь найти. Ух ты. Надо постоять немножко. Это классно, конечно, все и здорово, но... Как-то не хочется терять такое оружие. Прям сходу. До свидания. Успел он убежать, что ли? Гаврик. Блестящий. Я очень часто буду использовать это слово. Ну просто потому, что почему бы нет? Убийство случается. Устал немножко на червячок. Где-то внизу там какая-то бойня жесткая идет, я смотрю. Блин, минута осталась. У меня опять всего только один с убийств. Ай-яй-яй. Где вы там? Это два. Этот. Ушел. На. Это было очень неплохо. Но мне надо наверх. Мне срочно надо наверх. Оп. 10. Так и успел 16 убийств сделать, но это опять пятое место. Блин, два убийства отделил, надо же. Причем даже не от третьего места, а от второго. Но все равно от тройки. Вроде не сказать, чтобы плохо играю, но вот 16-4 на этот расчет. В мою пользу. Но чуваки остальные были лучше. Chicken 14, London Biscuit. Кто-то там еще, я не успел прочитать. Пока не прет. Сегодня на... Именно призовые места. Ну, время есть еще, поэтому... Не нужно сдаваться. Не нужно опускать голову. 7 убийств акулой молотом у меня. Вот когда у меня было задание на акулу молот, друзья мои, почему-то она мне не попадалась, и столько убийств мне не получалось набирать. А вот тут прям как прорвало. Да, с базукой я не повезло второй раз подряд. Да, ну это еще одна фигня, которая, в общем-то, мною не сильно часто используется. Турелемет. Хотя, конечно, возможно, штучка очень полезная бывает иногда, если ты в какой-то зоне, наверное, пытаешься сидеть. Безвылазно. Magic People, Voodoo People. Мы возвращаемся на парк порталов. В надежде на то, что мы сумеем продвинуться хотя бы в одном из трех заданий. Вперед. Да, после этого матча я сделаю маленькую паузу. Становится жарковато и надо балкон открыть. Таки комп работает. Хотя на улице, в общем-то, холодно, но... В такое время года в Сибири очень хорошо топят. Обычно, но во всяком случае там, где я живу. Вот. Фанат бейсбольной биты у меня есть в противниках. Time to say goodbye. Не нравится мне щит. С пистолетом тоже какая-то большая беда. Опа, вот так. Yeah!
Ну это было здорово. Овцемет, ёлы-палы. Я знаю, где святая граната. Вроде норм, но не норм. На самом деле. Пойдем возьмем другую святую гранату. Овцеметов у меня дофига просто. Надо не тушеваться. Запустили овец. Пусть побегают. Блин, прекрасно, ёлы-палы. Это же просто супер. Жаль, не базука, но тоже хорошо. Пошел вон. Откуда вот он взялся? Я его даже не видел, честно говоря. Это обидно, потому что у меня святая граната была в руках. 3-7. Зачем-то я выпустил такую обойму. Где противник? Магазин с кепочками. Опа, 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 опа. Пошла вода горячая. Куда, куда, куда ты ушел? Куда ты? Куда ты? Не успел выстрелить, жаль как. Очень жаль, очень жаль. Вот уже 3-10. Но я знаю примерно, где противник. Надо двигаться туда. Вот так вот. И кучу оружия себе забрал. Вот сейчас мы на автоматах поиграем. Релодинг. Релодинг. Пошли на крышу. В сторону телецентра. Здесь никого нет. Пойдем в толчок. Куда ты, молодой человек? На тебе битый. Отдыхай. Где-то еще есть противники. Ай-яй-яй-яй. Превентивно постреляли. Куда? А зачем? А не надо так. А зачем вы так делаете? Кого-то я попал, наверное, но не сильно. Хорошо. Такие его... Не завалил, не завалил. Ёлки-палки, камон, чувак, ты можешь лучше играть. Ты точно знаешь, что ты можешь лучше играть. Особенно, когда ты можешь стрелять в кого-то при помощи автомата и бить его битой. 6-7. Наверх. Плохая эта идея была, честно говоря. Ушел на лифте. Но я пойду туда же. Куда мог чувак укатиться? Вот он. Движемся за ним. Кто заказывал такси на Дубровку? Блестяще. Надо быть поаккуратнее сейчас. Мне кажется, в центральной зоне немножко потусить. Опа. Сверху где-то кто-то, нет?
Блин. Ну, сами понимаете, не такая простая задача. Так, здесь входа нет. Не такая простая задача взять и набрать 5 подряд убийств. Куда ты? Двигайся, двигайся, двигайся. Убежал он. Через сортир убежал. Он меня выбил битой, что ли? Его щит оказался сильнее. 9/8. На. Тут прям все поле уже убили. Кое-кому можно садить. Давайте на лифте. Немножко повыше заберемся. Иногда у меня ощущение бывает, что есть какой-то небольшой, не знаю, проседание, может быть. Именно проседание по пингу, что ли, не знаю. Чья бита оказалась сильнее, моя. Это 11/8. Все равно 8. Но у меня, кстати, патронов мало остается. Блин, опять меня зажали. Think on. Одерживает победу в этом матче с 27 убийствами, 18 у Таннера. Он второй, 17 у Deep Mac 86. Я занимаю 9 место с 11. Этот матч можно считать неудачным. Давайте посмотрим, что у меня там по экспириенсу. 665 очков. Близимся мы к 18 уровню. Так, одно убийство из пистолета. Один ракетный щит. Один овцемет. Одна ружбаечка. Ну-кась. Ой, фу. Опять девчачьи. Девчачьи скины открываются. Там кто-то до сих пор пытается прыгать, что ли, я не пойму. И даже катается. А как это возможно? Не очень понятно. Так, плюс 2 базукой. 6 штук осталось. 30 врагов из базуки осталось 6 штук. Норм, норм. Постепенно подбираемся мы к заветной цели. Наверняка будет раскрыт какой-то скин. Интересно, какой. Ну вот 5, не погибнув ни разу, да, это челлендж. Это серьезно. Это серьезно, это неприятно. А, хотел я паузу сделать, блин, ну ладно. Я уже про нее забыл, честно говоря. В горячке боя. Let's go, boys! Гон, заметки, глаз. Это наш главный противник. Ну, о, кстати, Дип, который чувак в прошлом матче второе место занял. Он против нас был в предыдущем поединке. Есть у меня... Нет, давайте подождем. Не будем пока использовать овцемет. Откроем еще один ящичек. Вот моя базука. Плохо я использовал ручную гранату святую. Так, надо не забывать, что у меня есть.
Как-то у меня стремительно закончилась базука, блин. А, нет, 15 штук уже еще есть, елы-палы. А че он так сменилось? Не успел. Надо начинать все заново. Блин. Так, энергетик. Вот это должно попасть. Нет? Попал? Нет, не попал? Так, чувак, не спи. Это было хорошее попадание. А вот это было не очень хорошо. Но это лидер. Это тот самый лидер. Смотри-ка, у него 1400 убийств. Я даже не знаю, он реально так много убивает битой противников? Или он читак какой-нибудь? Сложно сказать, но может быть он мастер. Может быть он настоящий слагер. Куда? Упустил я момент. Упустил я момент сделать седьмое убийство. А где он? Ах ты, зараза. Так, надо отсидеться. Наверное. Ой. Я почему-то думал, что это противник. А он дохлый оказался. Дайте мне какой-нибудь ящик. У меня патроны кончаются. Я слышу, что противник очень близко. Вон он стреляет. Блин, я как я не успеваю? Битой бить. Какой я косорукий. Есть. Моя ошибка. Но я, собственно, с этим не спорю. Так, шестое место. Надо взять себе ракетный двигатель. Оп, нормально. Мне с оружием не везет. Конкретно просто сейчас вот. Вот тебе, на, получи. Любитель бит бейсбольных. Уходим, уходим, уходим. Я думаю, логично будет сейчас уйти. 17 из автоматов. Воу! Как вовремя мне попался этот ящик. Так. А теперь мы будем базарить. Кого-то ведь я попал. Святой гранатой. Но мне это не сильно помогло. Так, у нас событие произошло. Это значит... Долбить битой, долбить битой. Я не попаду в него. Повезло. В каком-то смысле. Так, подбираем автомат. Автомат, он лучше. И его больше, кстати. С патронами. Отлично, чувак там патронов набрал. Так, надо найти жертву следующую. 3 минуты всего остается. Ящичек. Отлично, отлично, отлично. Ящичек. 3 гранатки. Куда ты? Милый мой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Мне казалось, у меня много жизни там оставалось еще. Чтобы меня так прям в легкую завалили. Послушали музычку. По-моему, все пушки я замочил, нет? Все замочил. Так. Где-то поблизости. Они друг друга перемочили все.
Ну не все же мне оказывается в клещах. Надо иногда самому в клещ кого-нибудь ставить. Блин. Нельзя быть таким нерасторопным. Я понимаю, что там чувак лидер, прям лидеров. Е-е-е-е, красный ящичек. Тут что-то должно-то хорошее попасться. Святая гранатка. Ну-ка, опустимся. Есть там кто? Никого нет. Никого нет. Где кто есть? Где-то поблизости же. Нехорошо. Отвали. Отвали. Отвали тоже. Ну, сейчас я вам наваляю, чуваки, наверное. Если сумею выбраться. Давай, иди отсюда. Да блин, вот что сейчас произошло? Непонятно. Какой-то маленький сбой, и блин, он стоил мне реально успеха, хотя прям скажем, опять 12 убийств всего. Не очень как-то сегодня дело у меня движется. А этот чувак уже 27 убил, ну смотри-ка, продолжает лидировать. Ладно, мы не будем наслаждаться прыганием Гонзы. Остается только сетовать на свои собственные умения. Хотя, может быть, я слишком сильно отвлекаюсь на болтовню. Надо маленький перерывчик сделать, совсем маленький. Жарковато как-то стало. Слегка. Так, новый уровень базуки. Сколько там было убийств? Два? То есть остается еще два. Битой 5. Бита 8 уровня. Цветочная бейсбольная бита и полосатая. Полосатая, но как полицейский жезл. Да, такой. Стой, кто идет, там предъявите пропуск. Или что там предлагают? Паспорт, водительские права. Документы на машину. Взятку не берем. Нет, это осталось сейчас 4 штуки. Я почему-то думал, что было в прошлый раз 4. Ну ладно, маленький перерыв. Никуда не расходитесь. Делайте упражнения, там приседания. Сварите себе чаек, кофеек, булочку возьмите. Скоро вернусь.
возвращаемся к нашим червям. Продолжаем играть в бой насмерть. Продолжаем пытаться выполнить ежедневные задания. Продолжаем наслаждаться чумачечей прикольной игрой Worms Rumble. Да, кстати, по-моему, говорят, игра на самом деле бесплатная, если у вас есть подписка PS Plus. Поэтому любители плоечки до конца месяца могут поиграть. Наиграться, я бы даже сказал, в червяков совершенно бесплатно. Я не знаю, она останется бесплатной у вас или нет. Потом надо будет ее покупать. Я вот прекрасно на Steam похожусь, у меня нет консолей. И как бы в пене она мне не нужна, на самом деле. О, меня в чемпионы записали. Видимо, потому что у меня статка хорошая. Хотя странно, там вон чувак элитный. Ну, 39 косарей. Так, сходу. Бамс. А как же я так не попал-то? Немножко нужно ретироваться, я так думаю, слегка. Хорош, пошел отскок. Фигово заряжается эта пушечка. Иногда еще и не попадает. Святой гранатой меня накрыли. Она, да, кстати, стала заряжаться еще медленнее. Кстати, я так смотрю, мне ни одного убийства не засчитали. Это прям очень странно. Почему я не попадаю? У меня патронов нет. Прекрасно. Ну-ка, стой. 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 Спасибо. Я в порядке. Спасибо, зарядки. В этот раз мне не повезло. Хотя я был близок к успеху. 2.17. Кто здесь есть? Уехал чувак на лифте. Но патронов оставил, хорошо. Будет чем стрелять. Эх, ну до троса я не дотянулся, а ну-ка. Отлично, у меня же бита есть. Бита — это решение любых вопросов. Так, кто где? Чё за хрень? Я отвечаю, я ему всадил, наверное, половину обоймы. Вот было красиво. Вот это не очень. Кстати, он меня выбил. Чуть ли не к другому зданию. Ну так бывает. Иногда ты кого-то вбиваешь, иногда тебя. Вот как сейчас, например. Что ж мне дают очень много всяких разных. Ушел собака. У меня бита есть. А у него есть автомат. Кстати, огненный, красивый. И такой скин даже есть, надо же. Я даже и подумать не мог, на самом деле. Автоматик, хорошо. Блин, вот. Убил я его, нет? Убил. Судя по звукам гитарной музыки, я попал в противника. Так, куда я иду? Куда я иду? Куда идем с пятачком? Где противник? Уж что-то сильно много. Ну, одного как минимум я забрал. Сейчас меня заберут. Ух ты, прям даже из ружья, надо же.
Ой! Не с пустыми руками пойду. What the hell is this? Вообще я такого не ожидал. Кто бы ты ни был, чувак, извини. Вот сейчас надо свалить. Вот надо свалить сейчас. Ой, как надо сейчас свалить. Его бита оказалась сильнее. Попробуй мне сейчас подобрать святую гранатку. Надо же. Столько оружия потерял. Ёлы-палы, 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 ёлы-палы. Где кто? Что за фигня? Уходим, 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 уходим. И в лифт. А я отбил, между прочим. Это было опасно. Не, ну это было, да. Это было жестко. В общем-то, без особых шансов. Вроде как это убийство набегает, но как-то не очень быстро и в общем-то. Есть. Те самые метров 6. Отлично. Как тебе повезло там, чувачело. Как тебе повезло. Отличный же был бросок-то, святой гранатой. Ёлы-палы, отличный бросок. Я попал, не попал? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как так-то? Камон. Что за несправедливость? Блин. Что такое не везет и как с этим бороться? А куда убежал червяк? Тут только что был червяк. Червячный. 13. Не, ну круто, конечно, да. Но это была серия. 15, а все равно 12 имя, смотрите. Ну не часто такое бывает, на самом деле. Не успел. Ну, прям скажем, матч попался очень ровный. И прямо скажем, да, народ показал класс здесь. Потому что не помню я такого, чтобы я делал 15 убийств и занимал 12 место. Все, в общем-то, ровненько сыграли с первой половины. Вот из этих 16 человек. Вот что значит большая соревновательность. Единственная моя победа, кстати, которая случилась, по-моему, в воскресенье вечером. По напкам в Warm Food открылась рыжая ракес и шляпа какая-то там зеленая. А, наушники. Так вот, единственная победа была в воскресенье, в последнем матче в своем, и было 19 убийств. Там, на самом деле, наоборот, контингент собрался какой-то довольно слабоватый, поэтому не было такой конкуренции, как вот сейчас, например. А здесь все выступили молодцом, да. Как минимум 16 человек.
Так, здесь нам с базукой вообще не повезло. Ни разу мы его не вытянули. Ни разу ее мы не вытянули из ящиков. Она нам не попадалась. Пожалуй, самая большая проблема подобного рода вооружений. Они довольно редкие. И они, если кому-то попадаются, то не тебе в основном. Но с другой стороны, есть стимул застрелить побольше червячных противников. Придавить их хвостики. Из них как раз могут выпасть те самые базуки всякие разные, которые тебе нужны. Так. Я даже не знаю, как это читать. Сиз за майк. Бур чего-то там. Блин, зачем вот себе такие придумывать сложные имена? Я вижу ящик голубоватого цвета. А еще и вижу ящик красного цвета. А еще я вижу ручную гранату. А еще я вижу овцемет. Четырьмя овцами. Куда? Ты никуда не убежишь. Минус раз. Большое спасибо. Ой, второго убил. Ты прикиньте. Я не попал ни в кого. Вот это фейл. А ведь мог бы бросить святую гранату, и мне было бы счастье. Я знал, где он там будет приблизительно прятаться. Куда он будет лететь. Уходим, уходим, уходим. Плохая идея была, блин. Парню очень повезло, так сказать, заспавниться в месте, где я его вообще абсолютно не ждал. Блин, вот это да. Какой молодец. Наверное, потому он как босс одет на самом деле. Like a boss. Внизу, они внизу все там друг друга валят. Да отвали. Вот это да. Так, ты прежде чем говорить до свидания, ты сначала кого-нибудь завали. Давай, поаккуратнее. Упрыгал, упрыгал червяк 666 тут. Я в него парочку раз попал. А убили его в итоге без меня. Ай-яй-яй. Застряли мы на четырех. Обидно. Вот это я здорово попал. Да ну. Вот я вижу святую гранату, вот я вижу хорошее вооружение чуть-чуть. Куда ты? Куда ты? Да ну, блин, бросьте. Камон. Игра упала. Здорово. Так, давайте напишем, блин. Ребятам из Т-17. Не знаю, почему так происходит. Но в очередной раз игра вылетела. Может быть, это какой-то известный баг. Мне сложно сказать что-то на этот счет.
Факт остается фактом. Посреди не самого плохого матча случился вот этот маленький конфуз. Подождем, пока игра загрузится. Опять. Начнем все заново. Ну ладно, блин. Хотелось бы, конечно, чтобы таких багов не было. Блин, баги это отстой. Они у меня, по сути, случаются, ну, в каждом стриме. Стримов было два, таких вылетов было два. Ну, еще и помимо этого вылета, этих двух вылетов, были другие вылеты тоже. Меня кто-то еще, что ли, добавил в друзья? Нет, один только чувак. Он теперь все время у меня будет появляться в числе друзей непрочитанных. Еще было бы, да, неплохо попробовать командный режим последнего червяка. Вот мне непонятно, мне надо свою команду набирать или мне ее автоматом дадут. Тут от меня немножко ускользает. А, давайте попробуем еще раз. Прошлого раза как бы не было. Сделаем вид, что он не существовал тут в прошлый раз. Окей. Так, мне нужно оружие. Я не знаю, вы как хотите, отдайте мне. Спасибо. Куда запрыгнуть, чувак? Куда-то наверх? Ничего не пойму, что делают мои противники. Пока неплохо. Аптечку надо взять. Умеют люди расторопно действовать ружбаечкой. Не знаю, кто это был. Может быть, это был какой-то супер топовый игрок. Ах, надо уходить. Это была плохая идея. Там меня ждали. Ой-ой-ой. Он убежал. Ладно. Блестяще. Переиграл я своего врага в этой ситуации. Пошлите к серверам. Где там кто? Гранатка. Судя по всему, люди пока не очень много убивают. Попади битой, пожалуйста, попади битой. Не успел воспользоваться аптечкой. Ай-яй-яй. 4 убийства. Там у кого-то уже 7. Нужно реально парочка хороших серий. Даблкил. Такой своеобразный.
в лучшем стиле рестлинга. Так, кто тут есть? Дайте мне патронов. Отлично. Пока есть бейсбольная бита, все будет хорошо. И у соперника, кстати, тоже очевидно. 6-6. Не попадай под перекрестный огонь. Подлечимся. Есть. А вот тут не очень хорошо. Я было хотел сказать, мне повезло прям несказанно. Куда ты? Я упал. Ну, упал довольно удачно. Перезарядочка. О, ракета прилетела, кстати. Ракета и бургер. Какая-то зарядка, мегазарядка. Есть выстрелы. Отлично. Погнался, блин, погнался за не тем человеком совершенно. Вломили мне. По полной, скорее всего. О, отлично, вот это было здорово. На тебе еще раз. Чувак явно переборщил. Нету выстрелов. Вот здесь есть выстрелы. Вот зачем так играть? Спасаться. Чувак сам подставился. Я ничего особенного не делал. Слушайте, ну как так бывает вообще? Он в меня попал с первого раза и вынес меня прямо вот сразу. Или я что-то пропустил? Мне, очевидно, надо ускориться, потому что времени-то остается совсем мало. Блин. Как реально тупо. Нет выстрелов. Надо идти в центр карты. Здесь самое мясо. Полминуты. Где-то поблизости. Где-то поблизости не мочится. Добавил себе трешечку. Буквально в смысле на ровном месте. Это все равно пятое место. Добавил еще двушечку, это четвертое. Вот сейчас отвечаю. Ну нет. Хорошо, что я не успел сказать. 20.
у них было 20. Может быть, мне стоит реально держаться какой-то одной зоны и просто пачками всех валить. Вот тут уж точно был неплохой матч. 2286 урона. Но результат все равно плачевный. Ну, с точки зрения призов, в призы я не попал опять. Так, давайте проматываем статистику оружия. Бита, как всегда, великолепна. Автоматик. Даже 4 ружбайчики есть. Плюс одна базука. Ну, не все так плохо. Молотоглав он не успел поиграть. Не успел прежде всего, потому что там не было патронов. Нет, ну я не закончу явно сегодняшний стрим до того момента, пока не наберу хотя бы одно задание выполненное. Надо закончить. Чтобы уж не совсем был фейл. В тройку попасть не удалось, к большому сожалению. Пока что, во всяком случае. Ух ты, полная игра. Здесь никого не выкинет. Не выбросит за пределы. Мне нужен ящик. Вот он, вот он. Ну ладно, хорошо, и этот можно тоже взять. Это была явно плохая идея. Я его бит, и он мне в жбан практически. Сильно жадный я был в этой ситуации. Очень уж хотелось застрелить. Крайне неудачное начало. Подождите. Иногда, конечно, вопрос возникает, а как я так не попадаю? Никак я не так попадаю битой, хотя, в общем-то, сильно далеко стоял человек. Может, этому есть нормальное объяснение какое-то на самом деле. Давай, давай. Достал битой. Там чуваки почему-то достают, здесь я не достал. Ну ладно. Не так плохо, два уже есть. Что это такое? Без комментариев. Да как так-то? Какая жесть. На, когда у тебя есть ракетный ранец, да, у тебя есть преимущество определенное. Я успел уйти. Отлично. Да блин, ну как так-то? При прочих равных я должен был его убивать. Так. Нет, мне нужен ракетный ранец. Спасибо. Он почти полный. Так. Пролетаем толчки.
Есть. Мне интересно, откуда сейчас меня урон прилетел. Некоторые вещи вот в этом матче меня удивляют очень сильно. Пока ничего не получается, честно говоря. Отлично. Откуда? Вот сейчас это прилетело, откуда мне? Вообще я не понял. Ну ладно. Блин. Обидно. Вот в этом матче практически вообще ничего не получается. И шансов даже отбить-то не было у меня. Вот она, родная базука-то лежала у меня на полу. Я до нее не добрался. Ракетный ранец. Пинок битый был хорош. Окей. Да вы как так? А мне непонятно, тут люди иногда, может быть, командами играют тоже. Ну просто я смотрю, там чуваки стоят в одной ракете, никого не валят. Вообще как-то не беспокоятся ни о чем. Вот он в меня попал, а я в него нет. А сколько мне овец? Одна. Где все, ну-ка? Ничего я не понимаю, что происходит здесь. Блин, то это был очень плохой матч со всех точек зрения. Ну такое иногда случается, правда не часто, но блин, я даже смотреть не буду, что там по статистике. Ну ее в пень, пошли дальше играть. Вообще. Может, у кого-то есть какие-нибудь, например, не знаю, советы, что я делаю не так с экспертной точки зрения, да? Сейчас эксперты подтянутся. Давайте разберем в деталях весь матч. Покажем технико-тактические выкладки. Будем рисовать всякие разные схемы, крестики, нолики, куда я неправильно побежал, куда я неправильно целился. Окей.
Ух ты, даже ниндзя целый есть. Желтый, с зеленым оголовьем. Весь красный червяк. Ой, классно. Прям так сходу автомат. А есть где кто? Убежал. Стой. Вот так мне нравится. Ящичек. Еще 3 гранаты. Как так успевает человек бить биты и стрелять из ружья? Что, так можно, что ли? Вот это было красиво. Окей. Что такое? Куда меня понесло? Что это за багуля? Вы видели это, нет? Это было неожиданно. Я бы даже сказал, крайне неожиданно. Спрячемся вниз. Давай, давай, давай. Не, не хочешь? Окей. Видите, как дела-то пошли сразу? В гору. А я думал, у меня есть граната. Надо уйти немножко в сторону и подлечиться. Живой человек лучше мертвого. Кстати, у меня оружия нет. Пойдем отсюда, блин, тут скучно. Смотри-ка, что делает, а? Может, назад вернемся? А может, ночь не торопить? И все сначала повторить. Ну так нечестно. В натуре украл мой килл. И вот я уже 12-й. Отлично, 4 минуты остается. Да что ж такое? Да как так-то? Вы чё ржёте? Не, ну у меня возникают резонные вопросы, как-то получается. Кстати, надо успеть ящик забрать. Овцемет с 5 зарядами. Так, соберись, соберись, соберись. Вот это было хорошо.
Ой, здорово. Прям чувак неожиданно выкатился. Совершенно не туда, куда, наверное, ему хотелось бы. Нет, 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 нет. Мой косяк. Очередной. В общем-то, не сказать, что я далеко нахожусь от противников. Я его убил. И меня убили. Довольно быстро. Так, где стреляют? Я слышу, что где-то стреляют. На стоянке. Есть убийство. Не так много, не так часто, как надо. Вот это было красиво. Что не говори, вот конкретно этот момент был красивый. Мне нужно ружье. Косячник. Я прям вижу, где их там много. Блин, скатывайся, чувак. Забил. 12 это мало. Да, но здесь уже было абсолютно пофиг там. 27 у чемпиона. Пенициллина. Лука Стива. Занял второе место с 18. И Калел чего-то там с 2 нулями. 17. 10. Еще один плохой матч. 2 матча плохих подряд. Теряем форму. Или что? Или я устал? Нет, такого не должно быть. Это неправильно. Надо собраться, надо сделать вот так вот костями. Слышно, да, было? Вот я сейчас размял свои пальцы старческие. Ё-моё. Многое, конечно, зависит. Вот когда ты игрок-середняк, многое всегда зависит от того, кто играет против тебя. Когда против тебя играют мастера, то, конечно, ты выглядишь хреново. Когда против тебя играют, ну, реально, лузеры всякие разные, то тогда, конечно, ты король на их фоне. Этим и плохо быть середняком-то, на самом деле. Хотя вроде 10 место из 30, это здорово, но моя задача попасть в тройку. Хотя бы один раз. О, ящичек. Так, спокойно. Это первое убийство. Да почему ты не прыгаешь? Иногда меня это удивляет, честно говоря.
сам подставился. О, 3 и 2 место. Ну, это прям временная такая победа. Хотел я перепрыгнуть на крышу. Здесь где-то люди должны были быть. Как он в меня попал-то? Удивительные способности людей попадать из любого вооружения в любые точки, ну, блин. Воу. Это было хорошо. Чем-то напоминает что-то такое, скажем, прям средневековое. Попал у меня гранатой, конечно. А, банановый, кстати. Я ее не видел. Увидел ее в последний момент. А кто там был? И главное, где он теперь? Ушел, наверное, наверх. Внизу чуваки стреляются. И в итоге я никого не убил. Блин. Вот так хотелось загасить чертей деревянной палкой. Куда ты убежал? А я за тобой. Вот как, спрашивается, опять он в меня попадает, а я в него нет. Стреляем вплотную друг в друга. Я точно вижу, что я в него попадаю. Некоторые вопросы возникают, блин, иногда. Какая-то фигня. Нет, я ни на что не намекаю, но, блин, все равно странно. Вот здесь мне повезло. Ой, я упал. Меня отбросило, прям далеко отбросило. Но у меня есть теперь... Нет, нету теперь. Хотел сказать, есть ракетная пушка. Дабл тейкдаун, отлично. И все коту маслица. Завалили. Так, где можно где-нибудь базуки достать? Нет, ребят? О, есть какой-то ящик. Есть какой-то ящик. Отлично. А у меня же вот что есть. Ага. Ну,
Ага. Ага. Воу, оу. Не успел. Хорошая была серия. Вот именно что была. Последние 60 секунд они могут быть определяющими. Куда? Ну что ж такое? У меня кончилось оружие. Черт. Вот эта бита была отличная просто. Просто отличная. Блин. Упустил победу на самом финише. И причем, блин, смотрите, чувак выиграл реально, потому что у него урона было больше. Блин. Но я должен сказать, концовочку вытащил. Ну да, может быть, потому что и смертей у меня больше было. Но это второе место. Понятно, да? То есть, в принципе, способен. В принципе, не так бесперспективен, как могло показаться по ходу всего стрима. Есть первый успех, по сути, в сегодняшний день игровой. И базукой тоже настрелял, смотри-ка, целый один раз. Фу, ну уж прям отпустило, а то я начал волноваться. Плазменное ружье 4 штучки, нормально. Прям нормально вообще. А, тропическое плазменное ружье и плазменное ружье Т-17, то есть фиолетовое. Открылись новые скины. Плиз, еще два. Я уже не говорю про тройку лидеров, пес с ней, тройка лидеров. Еще два. Вот два убийства и все. Но базуку надо добить сегодня. Как минимум добить базуку вот эту вот с 30 штуками. Давай. Напрягись, ты можешь. Я знаю, ты сильный. Ты сильный, ты очень способный, талантливый червяк. Парк порталов. Подбирали все к своему 300-му холбрану за карьеру. Постепенно. Aziz Adventure, Falcon, La Floco и La Mac 777. Это будут два моих ящика. Куда? Окей. А что, вы вдвоем играете, что ли? No!
По-моему, я сам себя взорвал. Не самое клевое начало, честно говоря. Есть резон спрятаться. Представляете, у меня ноль. Ноль жизни. И я не сдох. Это очень странно. Я такое вижу в первый раз. Опять же, это не говорит о том, что это какой-то косяк игры. Наконец-то. Надо улететь. И вообще надо полечиться. А есть он здесь? Ушел, гад. Окей. Ах, не планировал я сюда пойти. Не может быть, чтобы я в него не попал. Попал. Окей. Человек подобрал самым натуральным образом какой-то белый квадратик. Отлично. Я прям люблю, когда вот такие моменты происходят, поэтому уж засандалить человек убитый так без затей. О, нормально. Нормалды. Пытался слово нормалды выговорить несколько раз, у меня не получилось. Ведь убийство достанется кому-то еще. Блин, ну как так-то? Задница какая-то получилась. Неприятно. 7 убийств у меня уже, нифига. Ящик. Вообще я не понял, что сейчас было. Я принял за ящик червяка чужеродного. Блин. Есть. Прекрасно. Отдай мне свою штучку, дрючку. Вот это хорошо. А как вот от меня ушел? Вообще непонятно. Блин. Прям это можно за оскорбление считать, я считаю. 9-10. Опять всего 9 убийств. Не-не-не. Не, дружище, не. Не канает. Дайте мне оружие. Дайте мне оружие.
Так, где-то поблизости. Эти люди с ружьями. Они никогда не промахиваются. Наверное. Ладно, не буду тратить патроны лишний раз. Ой-ой-ой, ты смотри-ка, что творится. Отлично. Уходим. Вот я тоже такой хочу вопрос задать. Серьезно? Крайне странно. Ну 13-то мало. Это понятно. Двигай, двигай, двигай. 20 секунд потратил просто в пустоту. Так, ну понятно, 18. Третье место. 13. Соответственно, седьмое. Можно сказать, что это был неудачный матч, потому что много дох. Все еще две. Две базуки надо. Кто бы мне их дал? Кто бы дал мне две базуки? Кто даст мне две базуки? Ребята, желательно бесплатно. Две базучки в одни ручки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Монолит начал трансляцию Dead by Daylight с названием «Кровавый серп для близнецов». Офигеть просто. Welcome to Worms Rumble. Не, определенно надо доиграть. О, золотой. Капитан Криппи. Он точно играл. В новый режим. Максимальное количество убийств 14. Это прям как-то несерьезно. Спасибо за патроны. Нет. Возьмем автомат. Главное, он успел меня бита ударить, а я его нет почему-то. Это очень странно. Где-то упал червяк. Я слышал это. Ай. Капец. Допрыгался, называется. Прыгал, прыгал на стену, прыгал, прыгал на стену. И, короче говоря, ни на стену не напрыгал.
Опа. Куда, куда, куда ты побежал? Есть. Есть резон уйти, нет? Был резон уйти, но я не ушел. 3.12. Мне все еще нужен ящик с базукой. Вот, например, такой. Но базука мне не попалась. Хорошо. Вы гоните. Нет, у меня вызывает вопросы такие убийства, честное слово. Потому что мне не очень понятно, откуда что берется. Спасибо. Спасибо еще раз. Не очень повезло. Есть необходимость уйти. Уйти и спрятаться. Ну, можно сказать, что это было фиаско. Такое небольшое. В затылок. Наглый золотой червяк. Бесстыжий просто застрелил в затылок меня. Круто, два, но у меня патроны кончились. Ящик есть. Есть. Метров 6. Ой, это было здорово. Это как раз из разряда тех самых видов оружия, которые меня удивляли. Попадание. Вот полетели, полетели, полетели. Классно. Прекрасно. Так, подожди. Блин. Надо взять. Ой, здорово. Ух ты, покебону. Не попал я. Киксанул немножко прицел. И вот я уже не второй, а четвертый, надо же. Это называется ты. Я его не убил, нет? Кому же он достался?
Класс. Давайте подождем, когда люди падать начнут. Может, мне повезет. А есть, собственно, то, что я ищу. Мне кажется, где-то с другой стороны, я не туда побежал. Чуть-чуть не хватило. Буквально самую малость. Это было бы два убийства подряд. Все еще третий. Не, ну в принципе-то неплохой результат, как бы, да? А с другой стороны... Мне немножко не это надо. Эх. Только слово их можно сказать в данном случае. 17-3. 10 секунд. Не попал я в тройку в итоге. Видишь, что, да? Вот. Опять одного убийства не хватило. И главное, до первого места не хватило 3 убийства всего-навсего. То есть где-то был опять рядом. Да, но меня не это волнует. Стимовцы в этой игре доминировали. Прям с большим преимуществом. Все понятно, 715 экспихи. Все здорово. Так, 2 из пистолета. 6 бейсбольной биты. Все обычно. Штурмовая винтовка, 1 штука. Новый уровень овцемета. И что мне дадут? Арктический и маскирующий. Овцемет у меня не очень, скажем так, в фаворе, потому что он, опять же, тоже не попадается мне часто. Блин, как же я хочу базуку. Как же я хочу базуку. Дайте мне базуку. Я считаю, что, блин, каждому человеку нужно дать по базуку. Каждому червяку нужно дать по базуке. Это же стандартное оружие в данном виде игр. Мне срочно нужна базука. Дайте базуку. Кто-нибудь. Хотя бы в аренду. Возвращаемся на трансформирующий башню. Вот у меня уже и 300. Вот мои 300 хоумранов. Еще чуть-чуть и Hall of Fame червячий. Зал славы, так скажем. Будет принимать своего самого главного члена. Это был отстой. Ну ёлы-палы, ну как же так-то? Что же я делаю? Товарищи дорогие, что происходит? Ящик. И опять не то. Опять не то. Спасибо. То ли я как-то неправильно, блин, двигаю всеми этими штуками, которые называются прицел, то ли я не знаю чё, я вот не попадаю, хоть убей противника, но он вот прям вот молодец, причем любой и каждый. Ладно. Не меняется цель. Вы меня что, окружили, что ли? Сволочи. С
топовыми пушками. Из ниоткуда прям первый убийст прилетело. А вот и второе. Ловцемёт это круто, конечно. Блин, но мне нужна другая фигня. В лифт. Как много тут лифтов-то, однако. Я даже и что-то как не обратил внимания. Я был точнее. Вот надо уйти. Мы никуда не бежим, мы никуда не торопимся. Базуки все равно нет. Слушайте, вот же. Зазря потраченная в буквальном смысле. О, вот она. Мечта сбывается. Мечта сбывается. И не сбывается. Любовь приходит к нам. Порой чего-то там. Но все хорошее не забывается. Парам-парам-папам. Есть мечта. Вот они, мои два убийства, ребята. Ха-ха-ха-ха. Е-бэйби. Двигай. Пофиг. Хотя да, я же мог бы, блин, попробовать совершить целых 5 убийств подряд. Куда я так бежал? Поторопился, конечно, но, наверное, я был просто очень сильно счастлив от того, что наконец-то мне удалось выполнить задание. Вот так подставляться тоже нехорошо. Где-то там на стоянке кто-то есть. Где-то кто-то есть на стоянке, мне кажется. Куда ты побежал? Ох, надо уходить. Сам подставился. Но четко они меня зажали. Где-то сверху ребята стреляют. Прям вообще не важнецки.
Вроде было близко. Вроде было близко. Восемь, двенадцать. Вот такое ощущение, что они в одной точке где-то застряли. Неужели он успел раньше? Черт возьми. Полминуты. Я уже ничего не успею. 8 это прям очень мало. Человек хотел посоревноваться в ударах битой и проиграл. Где-то внизу. Где-то внизу. Я слышу, что они стреляют. Не успел. Ну ладно. В принципе, меня результат устраивает хотя бы потому, что наконец-то я сумел выполнить хотя бы одно задание дневное. 12 место, пес с ним. В принципе, в момент, когда я совершил второе убийство при помощи гранатомета, а наш базука, как-то все сразу ушло на второй план. Пошла статистика. Ружбайка впустую, плазменное ружье впустую, пистолет один. Штурмовая винтовка одна. Чуть-чуть не хватило до 9 уровня. И сбитый то же самое. Овцемет. Базука 2. У-у-у. Давайте посмотрим, что нам дадут. Психоделическая базука. Ну, не сказать, чтобы я прям немножко разочарован. Может быть, на самом деле, когда вы убиваете 30 врагов из чего-то, там попадает именно такой скин. Ну вот, ну хотелось бы чего-нибудь еще. Я вряд ли буду играть с таким скином. Что у меня нового из головных уборов? Так еще раз, такие вот стильные наушнички. Вот такой вот интересный ирокез. И панамка Worm Food, то есть червячья еда. Ну что сказать, блин, вот так. Одно второе место получается, или третье? Второе. 5 врагов из базуки не получилось сделать. Возможно, я это сделаю вне стрима. Одно выполненное задание, 2 невыполненных. Вот, и лаборатория, которая завершилась успехом. Один из этих 4 матчей была победа. Всем стало понятно, как она играется. Это самая лаборатория. Вот. Ну, вот на этой самой ноте, не сказать, чтобы прямо уж очень веселой и высокой, я свой стрим, наверное, буду заканчивать. Почему, наверное? Точно. Большое спасибо всем, дорогие друзья, за то, что смотрели меня сегодня. Слушаем ли бредни, которые я говорил в микрофон. Хотя, может быть, были какие-то конструктивные вещи, не знаю. В общем, еще раз большое спасибо. Желаю всем приятного времяпровождения, приятного вечера, приятного дня, приятного остатка суток, где бы вы ни были на нашей голубой планете. А я увижусь с вами как-нибудь в следующий раз. Всем пока. Bye.